Привет, Ося. Я покажу, как спавнить дракона. Вот у вас такой. Вы не знаете, где это берется. Есть ли где я вот на такие скины. И вы поворачиваете туда. И у вас розовое яйцо. Другая, это значит тайфлит и дракон. И это еще не все. Я вам покажу, если вы будете там в портале, он очень сильно злой. А когда он здесь, вы его делаете, он хороший будет. Он атаковать вас не будет, только вы подумаете, что он вас атаковал. Это, конечно же, я себя маленькой сделала, и вас, чтобы они подумали, что он... Ой, я помню, что они когда-то еще всегда тестировали, потому что они слишком большие. Я помню, когда я взяла себе кашу, почти типа кашу. Я там делала себе видео, только я это помню, только это было такими сами, где ты, делаешь там, я буду учиться что-то. Ой, они очень не страшны. Конечно, я включила, и если это включили, значит, он... Я понимаю, что они не страшны. Конечно, я иду сам. О, здесь алмазы. Ой, вот это я зашла на холоку. Просто мне надо на свет клеить. Потому что это свет стали чистые. Получается. А, да, что мне надо. Я хочу не страшно. Я никогда не слышу, мне не приятно. Какой шапин. Если вам не видно, я сейчас вам сделаю видео. То есть, когда копаюсь, сколько это должно быть? Сейчас посвечу оценить. Давайте. Оп. Приятно, да как? Ага, мы с ним докопались. Надо еще. Я же не думаю, что я маленькая. Я бросаю, потому что у меня такое слишком. Я вам Майнкрафт не показывала, потому что я не хотела делать по нему видео. Короче, я на белом телефоне. У меня есть два телефона. И другой я, конечно, там делала видео. Только там я делала видео, как я смогла гравить. Это еще никто не знает. Делайте видео, скажите, гравите. Хочешь сделать видео, хочешь сделать видео и гравить. Вот так вот и пошло. Сегодня я хочу вам показать прикол один. Я закопаю сколько здесь. Я так... Вот. И прикол это значит, тебе друг зовут Гайвит. У меня был друг зовут. Он думал, что с печеньками, их надо. Они любят, они с печенья катаются, я думаю, к себе. Вот сколько драконов я буду делать. Видите, они меня не бьют в креативе. История ее отменяется. Я пока так спросила. Я тебе покажу, где они берутся. Вот они лежат в одну, они постоянно там дыру делают. Где вообще здесь нельзя. Что они только делают, правда, люди? Вот они сделали вот такую дыру. Вот это уже нормально. Так он и просто. И как я вам показала, вот этот Иисус очень хороший.